Всем привет! Сегодня у меня будет довольно большая поездка. Сложил с собой шопер от Молотова. Также и видео вышло. Сегодня я иду в машине, короче. Ладно, давайте тогда встретимся в дороге. Всем привет еще раз. В общем, приехал на озеро. Сейчас будем заливать маркеры. Сейчас на фоне это хреновая музыка будет играть, но ладно. Давайте быстренький обзор на маркер. Перо 10 мм. От 214. Его сейчас откроем аккуратненько. Вот помпа. Вот так вот помпа. Вот таких помп еще не видел. Типа, чтобы она не цельным куском была. Типа, что вот здесь вот еще детали. Ну ладно, шарики также. Да что, зальем? Все, берем маркер, берем заправку, откручиваем. И, кстати, я напоминаю, что 99% зрителей смотрят меня без подписки. Ну что, пожалуйста, подпишись, ставь лайк. Для тебя это не сложно, а мне будет очень приятно. Давайте зальем аккуратненько. Сейчас, так. Надо, чтобы шарики. Там-то шарики мешают. Сейчас я сделаю. Так, ну что ж, давайте еще раз снимаю помпу. Вот все, аккуратненько снял. Сейчас заливаю. Все. Заливка пошла. Я хочу для холстов там, для каллиграфии использовать. Вставляем помпу. Все, отлично. Так, перо. Сейчас оно накручивается. Сейчас надо перо подвытащить немножко, чтобы оно еще лучше прикрутилось. Так, ну все. Морковь заправлен. Закрываем пока что. Ну вот. Копчик. Вот так. У меня вот немножко копчика нет. Так, давай сейчас. О! Камень. Вот. Короче, тут камень большой. Вот, маленький. Открываем. Прям, которого все любят в тейпинге. Просто я сейчас сделаю поближе. Все, маркер заправили. Ну все. Сейчас давайте я предлагаю кое-что сделать. А вот смотрите, я хочу расписать этот камень в своем стиле. В своем граффити стиле. Сейчас надо его обратно скрутить. Так, давайте. Сейчас повторим. Нет, какой-то камень очень неподходящий. Так, в общем, он расписал камень за кадром. Вот так вот. Ладно, давайте. Ладно, давай, на память. О канале. Ладно, всем спасибо за просмотр. Всем пока.